Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Должны обновиться акции некоторые. Поехали. Посмотрим, что там у нас по серверах. Так, это надо наверстать. Что на русском сервере? Помимо битвы гильдий. Такс. Пакет накопления, временные акции. 100 зефира. Вообще пак, конечно. Ну, не знаю, чисто ради смен разве что забирать. Остальное все фигня. Вот это неплохой пак. Сразу 10 героев можно качнуть. И вот, в принципе, 5 сумок зефира тоже неплохо. Так, окей. Что по акциям у нас нового интересного на русском сервере? Карта богатства. Парящий. День замка владельца. И войди в игру. Ничего не добавили. Все как обычно. Просто тупо игнорируют настолку на русском сервере. Найм редких героев. Императорская. Значки почета. Интересно, что сегодня в найме. Ну, смотрите, неплохо, конечно, добавили героев, но все остальное шлак полный. Понятно, в общем. Поехали на Тайвань. Давайте забежим. Сразу посмотрим, что у нас на Тайване интересного поменялось. Может, что-то новое интересное есть. Такс. Здесь то же самое. Ничего нового нет. За найм героев. Огника можно получить сразу целого. Так, а тут немножко акции поменялись. Сейчас посмотрим, что тут интересное есть. Это за найм. Это, скорее всего, за донат, потому что 1400 это только донатные акции. А нет, ну да, в принципе. Оу, поехали. Чуть не пропустили одну попыточку. И чик. Ну, 6 сумки, 5 штук. Но я вам показывал, отсюда космо вытащить. Просто изи. Так, поехали дальше. Халявный космо, блин, за один клик. Вольт космо. Ну, конечно, как вам повезет. Такс. Эту акцию мы еще не посмотрели. Это по числовым. В принципе, больше ничего. Парящего острова. Нет, зефира мы здесь, кстати, уже собрали, наконец-то. Только я все никак не доберусь его докачать. Надо будет заняться его прокачкой. Книг ресурсов вроде хватает. Мы сделали здесь его со стойкостью. Это так, чисто ради теста. Так, еще по камешкам. Желтых камней надо будет. Для прокачки. Да, желтых нету. Так, окей. С этим разобрались. Сумочки забрали. Поехали на английский сервер. Посмотрим, что у нас сегодня интересного.
На Англии придумали. То же самое, в принципе, у нас и на Айсе. Так, поехали. О, тут здесь хорошо акции. Крусталка. Зефир, блин. 50 тысяч самоцветов дают. 30 смен. Ну, конечно, это неплохо. Чё там, догнал он или нет? Лаудай. Наконец-таки. Бедолага. Надо будет чарку сменить, опять обогнать. Такс. С этим разобрались. Поехали дальше. Ну, неплохой, неплохая хрусталка. Сразу же можете получить, по сути, за прохождение. Это где-то 200 баксов получается. Сразу всех этих героев. Сумки бессмысленны уже, если вы будете до конца воевать. Но неплохие плюхи здесь дают. Девятая жива. Так, сейчас пирата посмотрим. Карточки. Так, пиратик. Восьмые, четвертые. Ребята, нифига себе, посмотрите. Коробки с чарами падают, обалдеть. И поменяли крона. Неплохо. Ну, что я могу сказать, красавчики. Давайте пару тычек сделаем, посмотрим на плюхи. Тут у меня за плюхи есть. А, это с бордгейма. Мы, по-моему, борт пришли. Frenzy Classers. Да, здесь таких ничего нету интересного. Ну, поехали, сыграем в пиратика. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, в принципе, смотрите, 18 кгшек, 60 слизней, 1500 кулаков, 20 смен и 3 фида получили. Следующая тычка. Карта. Падают. Как видите, падают. Пятые боксы. Опять такой же заходик. Нефти по наградам. И хранитель. Так, какой у нас там третий клик? Четвертый. Пятый мы вытащили. Прайм. Это 6000 мы потратили где-то. Опять то же самое. Да, но видите, чары не особо сильно падают. Но за 6000 мы их вытащили, в принципе. Давайте сейчас еще раз их попробуем. Ну, я вам скажу... 15к кулаков, 2 трифида, 40к кгшек, смены, 2 карты, чарки, блин, хрон, 100 карт смены, это, конечно, неплохо. Это очень даже неплохо. Поехали, еще заходик сделаем. Так, коробочки, ну видите, не так уж и много сыпет, но падает довольно-таки прилично. 6, 2, 5 упали. Смены опять. Опять эмблемка. У чарки плохо падают. Да. Итого за где-то 12 тысяч самоцветов мы вытащили только 2 коробочки чарок. Но мы зато вытащили дофига всего другого. И это, в принципе, не может не радовать. Так, передача поле. Пооткрывать эти сумки. Только место занимают. Такс. Вот так вот исцеление можно отсюда вытащить грубую, почему и нет. Довольно-таки приличные плюшки. Четвертые сундуки, я их открывать не могу. 820 карт у нас уже накопилось. В общем, неплохо. Неплохо, я скажу. Панхеру карт. Хороший пират, в принципе. Двух героев вытащили плюхи. В общем,
вообще вот так вот. Сейчас я забегу на АЭС, гляну, что там на АЭСе у нас. Что-то новое. А тут тоже есть пират. Сейчас покажу вам пирата на АЭС сервере. Не могу зайти. Сейчас. Секунду, ребят. Надо будет потом. Не хочет коннектиться. Не хочет коннектиться. В общем, я вам сейчас так скажу, что, ну, в принципе, что тут говорить. То же самое, в принципе, как и на английском. Ну, на английском-то явно обновили. Взглянем по сравнению с прошлым. Нет, тут то же самое. Заклинательница, Иронин, сумки пятая. Ну, думаю, обновят. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.